Я купил билет, дошел до перрона. Я не торопясь добрел до вагона. Уложил вещички, сел в уголочек. Правда, любопытный попался попутчик. А зачем тебе дорога, чтобы идти? А почему ты одинок, чтобы найти? А зачем тебе гитара, чтоб сказать? А струна тогда зачем, чтобы порвать? А почему так смотришь вдаль, чтоб не забыть? А глаза тебе зачем, чтобы закрыть? А живешь ты, брат, скажи мне, для людей? А улыбнулся ты зачем, чтоб быть добрей? Он спрашивал все, Ксения, он строил догадки. Достал он потом свой коньяк с шоколадкой. Наливал не спеша, очень старался. Но, видать, я его огорчил, отказался. А почему ты завязал, чтобы пожить? А друзья тебе зачем, чтоб дорожить? А жена тебе зачем, чтобы гореть? А любовь тогда зачем, чтобы болеть? А почему ты в сапогах, чтобы устоять? А враги тебе зачем, чтобы понять? А почему ты против ветра, чтобы тих? А воевал зачем, чтобы жить среди своих? А почему ты против ветра, чтобы тих? А воевал зачем, чтобы жить среди своих? Он спрашивал все. Тяжелым был путь, Павел, скажу вам, не сказка. В итоге сошел он хмельной под Батайском. Я все думал, что он хотел. И знаете, братцы, он дал мне еще раз в себе разобраться. А почему идешь к вершине, чтобы взять? Ну а что, когда возьмешь? Хочу раздать. Почему не лечишь сердце? Пусть болит. Ну а смерть тебе зачем? Пускай бодрит. Ну а кто там над тобою, воронье? Ну а что, если укрыться? Не мое. Ах, зачем тебе все это? Надо жить. Ну а веришь ты зачем? Чтобы простить. Ах, зачем тебе все это? Надо жить. Ну а веришь ты зачем? Чтобы простить.